Как всем давно уже известно, красота и любовь правят этим миром. И мисс красоты можно побороться, не выходя с рабочего места и офиса. Сегодня с Ксенией Бугаевой поговорим, участница конкурса красоты «Мисс Офис 2024». Доброе утро, Ксения. Доброе утро. Доброе утро. Сразу первый же вопрос. Расскажите, что за конкурс, где и как он проходит? Мисс Офис – это международный конкурс красоты среди именно офисных сотрудников. Он проходит с 2010 года в рамках как раз популяризации образа деловой, успешной женщины среди регионов России и стран зарубежья. Единственный в своем формате такой. И меня привлекло именно то, что здесь идет оценка не стандартной женской красоты, а именно ее сообразительность, деловые качества, какие-то хобби, увлечения. Только интеллектуалки пройдут. Есть такой конкурс, точнее, есть такой этап. А как вы, Ксения, узнали об этом конкурсе и почему решили принять участие? Узнала совершенно случайно в интернете, также наткнулась новость, что проходит интернет-голосование, решила почитать, узнать, что вообще за конкурс, и вот решила для себя, было бы очень интересно попробовать, поучаствовать. Конкурс очень интересный, затрагивает действительно все сферы жизни, помогает раскрыть какие-то твои новые качества, навыки, о которых ты раньше не подозревал. И вот я выявить, здесь. Проявить, показать себя во всей красе. Да. Ксения, вот смотрите, в обычных конкурсах красоты существует несколько этапов. Как правило, и отборочных, и уже финальных. Дефиле, творческие номера, еще множество всего. Что будет у вас? Мы уже прошли отборочный тур, естественно, у нас также была визитка, уже творческий номер показали. Дальше мы снимали уже видеоролики, сейчас на сайте все можно посмотреть, узнать. Сейчас этап интернет-голосования, очень важный такой, решающий, по итогам которого будут выбраны как раз-таки финалистки. И финалистки уже пройдут, которые в финал, у них будет несколько там этапов в финале. Это как раз творческий номер, еще раз, спортивный выход, дефиле в красивом наряде на определенную тематику, которую зададут. Ну, а как же выход в купальниках будет? К счастью, нет, наверное, поэтому я и участвую. Скажите, а всегда же приятно знать мотивацию. Что мотивирует девушек? За что боретесь? Какой приз? Призов очень много. Помимо главной номинации Miss Office, которая заберет 3 миллиона рублей. Воу. Да. Вы у нас были, будете делиться, если что. Хорошо. Я могу переодеться. Записали уже, да? Да. Вот, будет множество других номинаций, где будут путевки и за рубеж, и где-то по России, например, и много других призов, каких-то интересных штучек для женщин, девушек. То есть это всероссийский конкурс, такой глобальный, который уже 14 лет, да, проходит? Это 15 сезон, юбилейный получается. Да, девушки преимущественно из России, но есть и из других стран. Ближнего зарубежья, так скажем. Да. А есть ли какие-то напутственные слова? Чтобы пожелали да, участницам, девушкам. Да, на период нахождения, наверное, как раз в этом конкурсе очень много услышала от девушек слов восхищения, поздравления о том, что это очень классно. Ксюш, ты такая молодец, но вот я бы, наверное, не смогла. У меня бы, наверное, не получилось, или я боюсь. Хочется, наверное, сказать, что не нужно бояться, даже если очень страшно, если кажется, что ничего не получится, а так в основном бывает, так же было со мной. Нужно все равно пробовать, идти вперед, наверное, это самое главное, попробовать, потому что я вроде тоже обычная совершенно девушка, без каких-либо привилегий, там, суперталантов каких-то явных, рискнула, и вот я нахожусь в полуфинале такого масштабного конкурса в прямом эфире на ТВК. Ксения, а вот во всех конкурсах красоты, я по своему опыту молодости, так скажем, знаю, существует некая конкуренция. Бывает даже не некая, а бешеная. И девчонки друг другу делают какие-то пакости. А какова атмосфера у вас в коллективе? Уже вообще знакомы? Есть подруги, может быть? Да, мы знакомы, конечно же. Не со всеми, потому что на данном этапе 130 участниц. И, к сожалению, со всеми, наверное, нет возможности прям сильно как-то лично пообщаться. Но есть девчонки, да, с которыми уже сдружились, какие-то общие интересы, что-то снимаем вместе, выкладываем, привлекаем аудиторию.
работаю. И, конечно же, поддерживаем. Нету какой-то конкуренции, наверное, наоборот. Дружественная такая атмосфера. Ну, это пока подождите, скоро финал, не за горами. И начнется. Каблук подрезала, купальник стырила и так далее. Ну, по крайней мере, раньше было так. Я надеюсь, что вас это не ожидает. Где голосовать? Куда заходить? Да, заходим на сайт missoffice.org в раздел «Участницы». Выбираем трех понравившихся девушек. Иначе ваш голос не засчитается. И все, ваш выбор сделан. Голосовать можно каждый день, заходить до 6 октября. Да, включительно. Угу. Поэтому очень надеюсь на поддержку наших земляков, потому что без этого, я уверена, ничего не получится. Так что каждый, думаю, кто посмотрит данный эфир и проголосует хотя бы один раз, то победа будет точно за нами. Дорогие красноярцы, да, мы призываем вас поддержать наших. Сегодня в студии была Ксения Бугаева, участница конкурса красоты «Мисс Офис 2024». Мы с Антоном уже заходим на сайт, который вы видели на экране, начинаем голосовать. Ксении желаем только победы, взять гран-при 3 миллиона рублей, прийти к нам в студию в прямой эфир и поделиться. У нас есть свой интерес уже, да. У нас, да, вот такие мы алчные, нехорошие. Нет, на самом деле, удачи, до встречи. Успехов. Да, все будет хорошо. Спасибо большое.